Поздравляем с наступившим праздником Великой Победы. Праздником, которому нет равных в нашей жизни. Ни в современной, ни в только что прошедшей, и, наверное, не в будущем. Потому что из невозможных условий, из человеческой точки зрения, совершенно невозможно ни с военной, ни с политической, ни с экономической, ни с какой другой стороны, не могла наша страна одержать победу, если бы не тот великий дух, который был присущ и до сегодняшнего дня, он живет еще в нашем народе. Если бы не та рука помощи Божией, которая из небытия практически вывела и сохранила нашу страну. Но цена была велика. Эту цену мы должны помнить всегда, потому что вы, ребята, вы дети и внуки великих мужей и дочерей нашей Родины. Тех, которые, может быть, неизвестны, не носят звезды героев и не носили их на своих на своей груди, то те, которые были и есть по существу настоящими и подлинными героями нашего Отечества, потому что они защитили то самое дорогое, что было в жизни. И мы сегодня имеем возможность говорить на русском языке, думать по-русски, жить на русской земле. И даже те испытания, которые перенесла страна за последние 20 лет, они еще сохраняют нас в этой жизни и дают нам надежду на жизнь, грядущую, славную, великую нашего Отечества.